Французские тосты – отличное решение для завтрака. Быстро, просто и изысканно. А начинку можно подобрать по своему вкусу, например, шоколадную пасту. Горячие тосты – нежные и сочные, шоколадная нотка придает им особый шик. Казалось бы, обычные греенки, но нет, промазанные шоколадно-пастой, а также можно добавить к шоколадной пасте мини-маршмеллоу, будет вкусно. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Нарежьте батон ломтиками толщиной в 1 см, смажьте одну сторону шоколадной пасты и накройте вторым ломтиком. Венчиком слегка взбейте яйца с сахаром и молоком. Обмакните парные ломтики батона в молочную смесь, выложите на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до румяной корочки с двух сторон, готовые тосты выкладывайте на салфетки для удаления лишнего масла. Подавайте тосты сразу же, горячими, по возможности дополните свежими ягодами или фруктами. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Чтобы тосты быстро не остывали, подогрейте тарелки или подавайте их прямо на сковороде. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Батон, 8 ломтиков. Молоко, 100 мл. Яйца, 3 штуки. Сахар, 1 чайная ложка. Шоколадная паста, 2-3 столовые ложек. Масло топленое, по вкусу, для жарки. Количество порций, 2-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Друзья, жду вас снова.